Ну, вот так вот, как-то вот так вот. Подождите, какого черта? Ладно, сейчас разберемся. Варлок, какой кофе предпочитаешь? Черный. Черный, крепкий, без других добавок. Без сахара, без молока, без ничего. Чистый черный кофе. Чат, представьте, что вы в кинотеатре. Okay, мы нажмем новая игра и посмотрим, что случится. Одна жизнь на прохождение. Отлично. Выберите уровень сложности. Сложно. Мы идем в хардкор сразу. Мы берем сложный режим и одну жизнь. Правильно? Че нам этот? Че нам. Берем самый сложный режим и мы играем хардкор. Погнали. Сейчас будем проверять. Задержи. 16 век. Вы кочуете по городам и селам, перебиваясь мелкими кражами и взломом заброшенных домов. Вот уже третий день вы в пути, и наконец-то видите перед собой маленькую деревушку, в которой наверняка есть чем поживиться. Осторожно озираясь, вы прокрадываетесь к дому на окраине. Кажется, в нем уже давно никто не живет. Дергаете за ручку двери и внезапно слышите чей-то голос позади. Это же козел! Это же козел! Йоу, у нас новая игра с озвучкой. Огонь. Окей, если что, кстати, игра в раннем доступе. Игрушка в раннем доступе, поэтому, типа, дисклеймер, наверное, не финальный продукт, я без понятия. Мне не знаю. Наверное. Но это явно русская игра. Такая хорошая русская игра, сразу видно. Тут же. Эй, это кто там ошивается у дома лекаря? Итак, хм, или я новый лекарь приехал из города. Окей, я новый лекарь. Козел, прости меня, прости одну секунду. Козел, можно я скажу? Я новый лекарь, приехал из города. Но дальше озвучка еще лучше. Новый лекарь, а ты не брешешь. Ну что вы? Вы ведь давно меня ждете. Дорога выдалась не из легких. Хорошо, пойдем провожу, коли так. Староста был так занят своими делами, что даже не обратил на вас внимания и молча дал ключи от дома. Okay, мы в игре. Я не знаю, что это игра, что это за игра, чат. Я не знаю, визуально это новелла или чего. Я знаю, что это игра называется Plague MD. Типа House MD. Отсылка к доктору Хаусу, я так понимаю. Пропустить ли обучение? Где кнопка нет? Нет, мне интересно. Ваша афера обернулась удачей, и вот вы открываете дверь дома лекаря своим ключом. Но зайдя внутрь, вы внезапно обнаруживаете, что здесь кто-то есть. Молодая девушка в лохмотьях пытается дать дёру в испуге. В испуге запинается и падает. Ай! Ай, рука! И надо кликнуть на девушку. Упала и рассекла палец. Не бойся меня, я лекарь. Осторожно, дай-ка я погляжу, что с твоей рукой. У, да у тебя кровь течет. Изучите симптомы и рецепты лечения болезни. Принято. Зайти в книжку. Okay, нужно найти. Нужно найти лекарство от пореза на руке. А, нет, заново не надо начинать. Крестьяне не прощают ошибок, когда шкала недовольства заполнится, вы отправитесь на костер. Чем быстрее вы лечите недуги, тем больше монет получите. Потратьте их с умом в деревенской лавке. Следите за временем, старайтесь правильно лечить больных. В противном случае крестьяне могут заподозрить вас шарлатана. Я доктор, какой шарлатан-то? Как листать книгу? Товарищ сержант, как книгу-то листать? Окей. Я не могу понять, чё. Чат, я не пойму, как листать книгу. Я бы предположил, что сюда. Мазь от ожогов. Лук. Семена. Вода.
Что-то... Нет. Окей. А мы попробуем дать ей вот этот. Мы забинтуем ей палец. Окей, мы положим это сюда, нарежем его ножом. На. Ей... Что? А! Окей. Положить это обратно? Положить яйцо? Окей, стрелки по центру листать. Ау, открытая рана. Окей, нужно положить яйца. У больного кровотечение из глубокой раны. Возможен упадок сил, загноение. Чтобы приготовить бальзам для ран, следует смешать несколько ложек скипидара и желтки куриных яиц. Я не знаю, помогают ли куриные яйца от... Я так понимаю, у нас звука не будет? Где музыка? Музыки нету. Так, скипидар и куриные яйца. Классический рецепт. Я когда в больницу хожу, когда на стройке работал, поранился, тоже пришел, меня сразу скипидара налили и куриных яиц. И все было нормально. Нужно нитки. И перевязать рану нужно еще. Окей, где скипидар? Это скипидар. Скипидар на яйца налить. Или яйца, наверное, растолочь надо сначала. Окей? Можно ли? Можно я их растолку? Молоток! Точно, яйца молотком разбить. Окей, нет, яйца не разбиваются молотком. Книга еще раз. Ножом? Окей. Яйца нужно разбить ножом. Яйца были разбиты. Теперь налить скипидар. На, держи скипидар. А теперь... Крестьянку нужно зашить. И положить на нее. Конечно же, у вас не сразу получилось зашить рану, ведь вы держали игру в руках первый раз в жизни. О, господи. Нужно больше яиц, больше ножа, больше скипидар. Еще раз. Чат, мы фейлим. Окей, мы зашили ее. Вот эта озвучка мне нравится. Спасибо, спасибо, лекарь. Следите за временем, старайтесь правильно лечить больных. В противном случае крестьяне могут заподозрить вас шарлатана. Принято. Разбей на... Чат, ну откуда я мог знать, что надо ножом яйца разбивать? Если бы я... А, ну вообще-то логично. Типа разбиваешь ножом, как яичницу делаешь. Но... Я обычно яйца разбиваю о край сковородки, а не ножом. Типа, об край сковородки разбиваешь и так чик на сковородку. Поэтому мне непривычно ножом яйца разбивать было. Окей, чего у нас? Нервная работенка. Нужно следить за собственным самочувствием. Знаете что, мы сделаем... Вот так. Статистика. Пациентов вылечено 1, ошибок допущено 0. Денег заработано 0. Крыс прогнано 0. Окей. Мы победили? Это было обучение? Глава 1. Йоу, так это сюжетная игра. Пошли в таверну. Окей, в таверне вроде как весело. А, я думал, мы просто будем лечить. Здесь можно еще и в таверну пойти. И выпить все вино. Я выпил все вино. Варлок — лучшее лекарство от порезов, радиация. Я могу кликать. Я открыл мешки. Что еще можно кликнуть? Выключить всем свет. Кстати, настроек звука я тут не нашел. Готов поспорить, в твоих карманах полно монет. Поселиться в таверне. Повеселиться в таверне стоит 100 золота.
фоткаем. Запишите на мой счет. Говорит не по-русски. Пошли отсюда. Окей, в таверне. У нас денег нет на таверну. Настройки! Я нашел настройки. Господи, выпустите меня. О, мы это сделали. Победа. Мы нашли настройки. Подсказки включите, пожалуйста. И звук потише. О, какая красота. На весь экран. Кинотеатр испортили. Так, чего есть? Лавка. Окей, в лавке я могу купить. Королевское помилование спасает вас от смертного приговора. Медный чайник ускоряет кипячение. Удобная киянка, гораздо эффективнее прошлой. Можно иглу новую. Скальпель. Хирургическая пила. Ускоряет процесс лечения. И не говорите. Но перед этим... Можно покликать на все мешки. Ну, на, как говорится, на бесплатно и уксус вкусный. Окей, пошли отсюда. Пошли в дом доктора. А я на куриц не покликал. Чудом избежав разоблачения, вы всю ночь изучали книги, которые нашли в доме, и собирали нужные инструменты. С утра у дверей стали собираться первые пациенты. Такая озвучка, как эти, знаешь, как читают, если вы аудиокниги слушаете, так читают хоррор-аудиокниги. Очень страшно. Okay. Мужик, мужику нужно. Ноги уже неделю как ноют. Еле доковылял я до тебя, доктор. Okay. Мне нужна тряпка. И на тряпку положить траву толченую. На тебе тряп. Крыса, пошла вон. Крыса, крыса, уйди. Okay. Мужик сдох. Мужик просто сдох и все. Я не виноват. Чего он упал? Это крестьянка, опять у нее палец сломался. Я не знаю, почему мужик упал, чат. Крыса, уйди. Окей, еще один мужик, которому нужна снова тряпка и трава. Так, на тебе траву, мужик. Как мне положить тряпку на траву? Куда исчезла моя трава? А, здесь нет паузы? Капец. А тебе чего нужно? Что с тобой? Разжигал очаг, пожег бороду? Ожоги. Нужно лук растолочь и залить потом скипидаром? Мази от ожогов, мелко нарезать лук, добавить щепотку соли и растолочь. Так. Мелко нарезать лук. Лук. Как убрать тряпку со стола? Тряпка, уйди. Тряпка! Я не могу нарезать лук. Нет, я могу нарезать. Я не могу нарезать лук, потому что тут тряпка лежит. Тряпка была убрана. Окей, мужик упал, но... Знаешь что? Мог бы потерпеть немножко. Это мы знаем. Это мужик, у которому нужна трава. Просто трава. На тебе траву, мужик. На тебе тряпку и траву. На тебе сначала траву, на тебе сначала тряпку. О, господи, что у него? Так он так быстро убежал. Они слишком быстрые. Окей, мне нужно... Это подагра. Окей, нужно нарезать траву ножом. Нужно нарезать ее ножом, а не растолочь, глупый я. Нужно нарезать траву ножом, быстрее. Ты уберись. Трава, резать ножом, класть
тряпку. На! Yes! Мы ее вылечили! А, молотком крысу, точно. Крыса была оглушена. Пациент был оглушен, прости. Окей, нарезать лук быстро, потом его растолочь, добавить соль. Где у меня соль? О, господи, где соль? Окей, у нас уже умер третий мужик, это, наверное, ничего хорошего не будет. Наверное, не надо было тяжелый уровень сложности брать. Крыса, уйди. Соль слева. Это соль. Спасибо, чат. Доброго здравия. Я местный староста. Вот уже полгода, как мы без лекаря. Хвори одолевают нашу деревню. Тяжко приходится. Но теперь ты с нами. Как прошел твой первый день? Освоился на месте? Ну... Как бы у меня-то все хорошо. Там... Три мужика упало. Ну, с ними все будет в порядке. Они просто отдыхают. Да, все прекрасно. Ну что ж, хорошо, что ты уверен в себе. Загляни в деревенскую лавку, там можно присмотреть новые инструменты. Тебя тоже полечить? Мужик, заходи. Вылечено 2, ошибок допущено 5. Каких ошибок хоть? Не знаю, о каких ошибках идет речь. Чат, я пробовал убить крысу молотком. Не получается. Крыса иммунитет. Окей, так. В таверне можно потусить только за 100 золота, что ли? У меня нет 100 золота. Здесь больше делать нечего. Ну, там лавка есть, но у меня денег пока ни на что не хватит. Окей, пошли обратно. Выход. Ну, это, наверное, выход из игры. Куры? Пати хард. Ну, на кур нажимать можно. Вы изучили побеги пшеницы с местного поля и заметили опасный грибок. Скорее всего, заражен весь посев. Я изучил побеги пшеницы с местного поля и заметил опасный грибок? Я же вроде шарлатан. Чат, мы же типа шарлатаны. Откуда мы должны это знать? Я промолчу. От пациентов нет отбоя и монет. Монеты приятно оттягивают кошелек. С другой стороны, сколько невинных людей пострадали из-за вас? Не знаю, о чем вы говорите. Я при чем? Прошла неделя с появления в деревне нового доктора. Вы продолжали изучать записи своего предшественника и практиковаться в лечении самых разных хворей. И не говори, брат. Всех вылечим. Всех вылечу, один останусь. Лекарь. Мой непутевый сын вторую неделю больным сказывается. Лишь бы не работать, лодырь. Может его припугнуть? Может ему пиявку поставить, чтобы не притворялся потом? Эй, Жан. Вот лекарь, взгляни. Наш больной. Горю есть, горю, помираю. Смотреть пациента. Дай взглянуть. Горит, дергает. Пальцы потемнели, это может быть гангрена. Если не отрезать руку, он может умереть. Как это отрезать? Ты что, лекарь, с ума сошел? Мамочки. Ну чего, чат?
Минус рука. Я уверен в том, что это необходимо. Подайте мне вот тот молоток. Изи. Самые легкие деньги в моей жизни. Ну, лекарь, если он не оправится, я тебе этого так не оставлю. Да мы все сделали идеально. Просто. О, господи, вот это уже намного хуже. Так, это лук, который нужно растолочь, добавить соль. И чего еще сделать с этим луком? Скипидар? Нет. А, так. Потом я растолочу. Но как его сделать водой? Я лук нарезал. Потом... А, ступку. Окей. Теперь ступка. Эй! Девушка, что? Опять крыса пришла. Я почти успел. Мы почти успели, чат. Мы были в секунде от победы. Прямо. О, господи, что случилось только что? Я читал про сюжетных персонажей. Девушка, что с тобой? Молотком ее. Вы не смогли обучиться лекарскому ремеслу. Измученные тревогой, вы собрали свои пожитки и смешно покинули деревню в поисках новой жизни. Практически успех. Практически... Идеально. Что значит, где костер, чат? Это была победа. Я разобрался. Сейчас все будет. Смотрите. Только сложность нормальную поставил. Что-то высокая сложность. Вы кочуете по городам и селам. Да-да-да, мы украли лекаря. Дорога оказалась не из легкой. Я думаю, что у нас первый забег был неплохой. Да, я знаю сюжет. Все, мне обучение не нужно, я разобрался в игре. Изи. Очень легкая игра. Варлок, эта игра не для тебя. Я поспорю. Почему? Мы вылечили что-то трех человек там. Чудом избежав разоблачения. Я думаю, что вполне для нас игра. К тому же, мертвые не болеют. Окей, так, это чего? Это трава, которую нужно нарубить, положить на это. Йоу, вы видели этот профессионализм, чат? Мы сейчас все деньги заработаем. Крыса, вот крыса, кышец. О, это лук, я знаю, лук, нарезать. Сюда, соль, растолочь. Мастер-хирург. Все, мы больше ни одно... Больше не потеряем ни одного пациента, чат. Хоп-хоп-хоп, мастер-хакер. Видели? Даже крысу успели выгнать. Ты чего? Да крыса! Стан, крысе стан. Яйца ножом. Потом... Да, она украла яйца! А! Быстрее, зашивай его. На тебе тряпку, иди отсюда. Прости, крыса. Извини меня. Йоу, 115 золота? Просто изи мани. Где вы такое еще увидите? Профессионал лечит прямо в онлайн. Никто не сравнится с геймерским мастерством нашим, чат.
Стоп, я что-то не то делаю. Да, я не то делаю. Окей, выбросить. А, это лук. Это нужно лук делать. Так, 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 так. Yes. Все прекрасно. Так, это этот мужик. О, йоу, 165 денег? Ошибок допущено 0. 0. Так. Окей. Теперь на эти 165 денег можно либо пойти в лавку и купить новый инструмент, либо пойти в таверну и повеселиться в таверне. Зачем нам новый инструмент? Мы и так все идеально делаем. Где веселье? Слишком реалистично. Повеселился, а на утро ничего не помнишь. Хорошо погуляли. Глубокая ночь. Вы спокойно спите в своей постели. Как вдруг вас будет какой-то странный шум. Вы открываете глаза и видите темный силуэт, который роется в ваших вещах. Вор! Первой мыслью, пришедшей вам в голову, было прогнать воришку. Но вдруг он вооружен. Прогоняем вора. Вы вскакиваете с постели с боевым кличем. Вор перепуган, дает дёру. В панике он забывает у вас мешочек с деньгами. Вы горды собой, и хоть и не терпелись страху. Прошла неделя с появлением. Изи. Вор был побежден. Никто не смеет связываться с доктором. Не зря меня называют доктор смерть. Вот, простите, что... Это сын. Да, да, сын. Смотреть пациента. Отрезать руку. Оглушить. Отпилить. Изи. Самая легкая операция в моей жизни. То же самое? Еще один? Вам понравилось? По-моему, по деревне пошел слух, что тут можно на шару заделаться. О, очередь выстроилась. Спасибо, лекарь, мне гораздо лучше. Ты что? Мужик, ты чего хочешь от меня? Мужик пришел, постоял и ушел. Мисплей? Траву порезать нужно. Эй, крыса! Крыса, хватит есть мою траву. Мисплей. Ты тебе чего надо? О, господи. Чего они все от меня? Это не то, это лук нужен. Нам нужен лук. Крыса, не ешь мой лук. Крыса, не вздумай съесть этот лук. Крыса съела лук. Окей. Что тебе нужно? Она просто стоит. Попрошайка норовит украсть предметы со стола. Тебе тоже молоток? Ой, прости. Да что? Паника. Эй, мужик, на, забирай. Ножом. Молотком ее. Молотком крысу. И тебя молотком. Всем, всех молотком. Что за беспорядок? Бардак в этой чертовой деревне. Тебе молотка, тебе молотка. Лук, соль, ступка. Мы можем ее распилить? Вора можно распилить пилой? Вот как все чинят на русской космической станции. Всем молотка.
Так, подожди. Это сюда. Всех оглушить. Крыса пошла вон. А, она успела съесть. Этому мужику капец. Да. Прощай, мужик. Какой крепкий вор. Крепче крысы. Что это такое? Минус три? Нет, тебя можно не бить. Сегодня твой счастливый день. Здравствуй, лекарь. Здравствуй. Всегда рады новым лицам в нашем захолустье. А, мужик, ты зеленый. Нет ли у тебя в запасах чего-то горячительного? Голова так трещит, что хоть на стену лезь. А... Сталкер, спасибо, что зашел на огонек. Сожалею, у меня ничего нет. А ну иди тогда к черту, коль доброму человеку не можешь помочь. Он был зеленый, чат. Пьяные так не выглядят. Я сегодня в магазин ходил с утра. Могу сказать, они не светятся зеленым. Нервная работа. Так и помереть можно. Мне стоит провести вечер в местной таверне, чтобы сбросить накопление и усталость. Мы вчера только гуляли. Я очень устал, хочу отдохнуть. Но ты вчера... Лай, лай. Ты знаете про собаку анекдот? Хозяин открывает, мужик, дверь, стоит собака. Пьяная на пороге. Он ей такой... Где был? Ты что, опять пила? Она: нет. Мужик: пила. Точно пила. Собака: нет. Мужик: а ну полай. Собака ему: лай, лай. Потом ты. Вы изучили побеги пшеницы с местного поля и заметили опасный грибок. Скорее всего, заражен весь посев. Окей. Теперь мы посоветуем старости деревни уничтожить посев. Староста прислушался к вашему совету, но крестьяне остались без урожая. Не все из них одобрили такое решение. Впрочем, ваша совесть чиста. Помятуя о недавнем визите деревенского пьяницы, вы искали подходящий рецепт лечения его недуга. Поиски увенчались успехом. Вы сходили на ближайший пруд и наловили пиявок перед началом нового дня. Ау, детка. Пиявки. Да с майонезиком. Жульен. Чё, нам F в чат? О, так ты. Опять этот сталкер. Добрый доктор, славный доктор, кто бы знал, как мне плохо сейчас. Неужто нет ничего, что спасло бы меня от этих мучений? Лечить отравление. Okay, нужно что? Отравление. О, господи, так. Напоить водой. Три воды. Потом пиявки. Да? А нефиг было. Где вода? Это вода. Раз, два, три. Наед пиявок. Что это, чертовы твари? Зачем они? Пиявка высосет дурную кровь, тебе станет лучше. Да, это именно так работает. Варлок, это игра про избиение крыс. Признайся, ты взял эту игру, чтобы отомстить за Ретрополис. Ш-ш-ш.
Что, еще не все? Ты еще хочешь? Ему понравилось? Экая мерзность. Убери, убери их от меня. Мне уже лучше. Правда. Не бойся, это как комарик кусит. О, как надо. Варлок, можешь мою крысу из подоконника выгнать? У тебя же мышка там, Дэндилайн. У тебя там мышка живет. Ну, можешь, как в этой игре, взять кувалду? Как бы кувалдой, наверное, ты сможешь. Господи, прости меня грешного, чем заслужил я такое наказание? Господь терпел и нам велел. Это последнее. Ох и страху я натерпелся, но теперь мне намного лучше. Ты правда милостлив лекарь. Хорошо, что ты с нами. Вот. 8 литров воды и 3 с тарелки пиявок, и любой человек сразу почувствует себя лучше. Чат, вот как надо. А, лук. Это билд на лук. Стоп. Как, что с луком-то сделать надо? Лук надо нарезать. Сюда соль. Так, на. Следующий. Ты чего? Я слежу за тобой, ничтожество. Каждая ошибка будет стоить дороже. Еще одна пьяная чуиха. Я слежу за тобой, ничтожество. А молотком по голове. Что насчет этого? Все блатные, пока молотком по голове не дадут. Так, так, это сюда, сюда, сюда. Я, по-моему, я стал профессиональным доктором. Я больше не совершаю ошибок вообще. Как это делается? А, нам нужны яйца. Так, так, так. Теперь зашить. Мастер. Кто следующий? Подходи по одному. О, идеально. Чем я могу быть полезен? Ууу, это кузнец. Кузнец молчит. Взгляд кузнеца. Вы торопитесь под пристальным взглядом кузнеца. Время на лечение больных сокращено. Вы торопитесь под пристальным взглядом кузнеца. Кузнец просто пришел и смотрит. Я так понимаю, неодобрительно. Очень-очень неодобрительный кузнец. Кузнец, шел бы ты своей, да? Кувалдой? Его. Это что такое? Это лук? Это не лук, это яйца. 100% яйца. Кузнец, тебе меня не остановить. Я лучший лекарь в истории человечества. Смотри. Чик. Опа, идеально. А, вот часы и время на лечение показывают. Спасибо, чат. Но мне столько времени не нужно. Я уже, считайте, что получил 3 диплома. Я хирург, диагност и дипломированный врач-специалист по всем видам болезней. PhD, как говорится. Особенно главное в этом нашем деле уметь орудовать молотком. Все остальное может подождать. Главное — молоток. Ни одной ошибки больше не будет совершено. Должно быть, ему нелегко поделиться своим недугом. Кузнец, иди в баню. Спасибо. Easy win. Варлок уже половине города пальцы отпилил. Да ну, если выбора нету, что делать? Пошли в лавку.
Настоящий доктор должен принимать серьезные решения. 500 голды? Это что такое? Индульгенция снижает недовольство крестьян. Нам нужен новый молоток. И... новая пила. На все деньги. Закупились апгрейды. Главное, молоток самый лучший. На вашем пороге крестьянка с глазами на выкате. О, лекарь, я долго вас искала. Моя беда не так проста. Причину мы отыщем в саду жизни. Узнать мне надо, где в деревне сад. Я ожидаю с раннего утра. Урожай 3 раза приходила. Мне страшно, но я сама не знаю почему. Первая ваша проблема, вы говорите стихами. То есть здесь явно что-то не так. Очевидно, тут замешаны бесы, послать за инквизитором. В ужасе от одержимой вы спешно послали за инквизитором. После закрылись дома и перевели дух. Крестьяне жутко напуганы, но кажется, они зауважали вас еще сильнее. Вот, а. Вы нашли среди кухонной утвари подходящий чайник и ступку. Теперь вы готовы вступить в неравную схватку с новыми хворями. О, какой хороший молоток. Смотрите, как эта пила быстро пилит. Это лучшая пила. Изи. Ты чего? На тебе новым молотком по голове. Все будут вылечены. Мы не потеряем ни одного пациента в этой деревне. Особенно пьяниц. Пьяницы самые лучшие пациенты. Просто напои его водой, лол. Это лук? Это лук. Чё? Нет, у него что-то другое, стоп. Простуда? О, господи. Сделать для больного отвар из, от простуды из лука и целебных трав. Траву растолочь, лук нарезать. Чайником залить, чайник нагреть. Во-первых, крыса. Траву растолочь, лук нарезать. Это сюда. Окей, мужик ушел. Да. Нет, не то. А, паника. Без паники. Ты чего стоишь? Сложный характер. Пьяница раззадоривает больных, они могут отказаться от лекарства. Окей, тебе нужно от простуды лекарство. Мне нужно растолочь траву, нарезать лук, прибить крысу. Чего? А, у меня не работает. Чайник сломался. Вот я сделал, но она уже ушла. Глупое животное. Нет, это яйца. Так, яйца залить скипидаром. На, пей. Это не яйца. Крыса, уйди. Женщина, подождите. Крестьяне вычислили и пленили вас. Вы были сожжены на костре, как самозванец и еретик. Ну почему сразу еретик? Вон у меня маска какая блатная. Еретик-то за что? Я вообще инквизицию там вызвал.